Я, кстати, никогда не смотрел видосы Войтенко. А что он до сих пор делает? Мощная 25-минутная мотивация. Я только вот это знаю. 5 вещей, которые ты должен делать каждое утро. Если ты попал на это видео, то я тебя поздравляю. В лучшем случае и в худшем случае я тебя поздравляю. Потому что твоя жизнь может полностью измениться. В никуда. Поэтому обязательно подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И начинаем. 5 вещей, которые ты должен делать прямо с завтрашнего утра. Номер 1. Ты должен пить пиво первым делом с утра на голодный желудок. Потому что мы все знаем, что в идеале с утра выпить 2 стакана пива. Но что происходит, когда ты пьешь слабоалкогольное пивко, головные боли, плохое настроение и разбитое состояние в течение первых 5-6 часов дня. Только к часу, к двум ты начинаешь приходить в себя. Поэтому 2 стакана пива, напряжение недели-двух, и ты увидишь, насколько ты будешь вдохновлен, иметь больше энергии. Ты не будешь теперь батарейка, полагаться на сейфона, кофе. Блядь. Вот я никакой пока не выпью кофе. Отказываешься от кофе и слабоалкогольное пивко, 2 стакана пива, и ты готов разрывать день. Как стать славным парнем с огромными яйцами? Как ты хочешь, чтобы о тебе говорили девчонки с огромными яйцами? Номер 2. Ой, да, Ваня, я знаю, он такой славный парень с огромными яйцами. С ним можно поговорить на любую тему. Ой, Ваня, да, он согласен всегда на все с огромными яйцами. Такой хороший мальчик. Я ему рассказывал о всех своих бывших с огромными яйцами. Так, окей, сейчас, Зио, ты что, аудиосообщение, что ли, отправил? Сейчас, секунду. Привет, братан, сегодня я замотивирую тебя на самое важное решение в твоей жизни. Тебе нужно будет собраться силами, взять яйца в кулак, принять истину и сказать: да, это то, что мне нужно, то, чего я так долго ждал и хотел, но боялся общественного порицания. Братан, это все не важно, не слушай никого, просто собери всю волю внутри себя и продай нахуй свой LG OLED. Сука, блять. Да и вы так продавать собрался. Он меня так поддерживал. Либо номер 2. Если ты хочешь быть номером 2, значит продолжай смотреть это видео. Топ 5 вещей, которые помогут тебе стать огромными яйцами. Если ты еще не подписан, обязательно подписывайся, чтобы не пропустить новые видео. На этом канале они выходят каждый день, а мы начинаем. Номер 1. Каждый день в общении с людьми, а особенно с девушками с огромными яйцами, просить обо всем разрешения. К примеру: алло, Ксюш, привет. Я тут хотел узнать, как дела с яйцами. Положил трубку. Яйца. Спрашивать обо всем. И далее показать всем, что ты готов идти до конца в своем предложении. Единственный ответ, который ты готов получить, это ответ с огромными яйцами. И это работает везде. Это номер 1. Номер 4. Ты должен материться. Это круто. То, в чем ты должен упражняться и соревноваться со своими одноклассниками с огромными яйцами. Упражняйся в том, кто больше матов сможет вместить в одно предложение из 3 слов. Так, что его начинают слушать. Упражняйся в этом. Ну что, а с кем у тебя ассоциируется тот, кто матерится? Лично у меня ассоциируется с мужиком. С огромными яйцами. Поэтому уважай себя и всех, кто тебя окружает. Вперед. И последнее, номер 5. Трать время. Ты должен смотреть сериалы, смотреть фильмы, играть в игрушки, гулять допоздна в болтовне ни о чем. Но я видел 17-18-летних парней с огромными яйцами, которые приходили ко мне в зал и которые предлагали свои услуги SMM-специалиста, маркетолога с огромными яйцами, создание сайта, дизайна. Ему 17 лет. Оставь это дерьмо неудачника с огромными яйцами. Просто свали. Это не те друзья и не то окружение, которое тебе нужно. Вперед, если было полезно, оставляй лайк, поделись этим видео с другом с огромными яйцами, с одноклассником с огромными яйцами, там одногруппником с огромными яйцами. Бля, не понял, сука. Будем объективны. Для турников математика не нужна. Всегда есть ручка и блокнот, куда можно записывать. Так, окей. Я хочу... Как стать... 5 вещей, которые ты должен делать каждое утро. Если ты попал на это видео... 5 вещей, которые каждый подросток должен делать. Говорю сразу, это не то видео, которое ты хотел бы посмотреть. Но это то видео, которое ты хотел бы посмотреть. Поэтому начинаем, друзья. Топ
5. Каждый из этих 5 полностью я делал в своей жизни. И я говорю сейчас, это дерьмо, которое я хотел бы посмотреть прямо сейчас. Ну что, некоторые из этих вещей, которые должен делать прямо сегодня. Номер 2. Играть в компьютерные игры. Потому что каждая минута, которую ты инвестируешь туда, это все, что ты хочешь. И я тебе аплодирую. Руби прямо сейчас. Руби на корню и будь примером окружающим тебя. 3 года, с 14 до 17 лет, я потратил своей подростковой жизни на... Как мне найти себя? Как мне построить бизнес? Как мне реализовать себя? Как мне заниматься спортом? Что я хочу из себя создать в этом мире? Я не горжусь ни одной минутой. Потому что все они были отправлены в никуда. Вырасти в эту секунду. Оставь все это дерьмище в 10-летнем возрасте. Тебе 14+. Пора становиться мужиком, пора играть в компьютерные игры, строить персонажа, прокачивать персонажа, уничтожать невидимых, несуществующих драконов. И в минуту, когда ты это поймешь, что даже в 14, в 15, в 16, в 17 лет ты уже должен играть в компьютерные игры, а не заниматься спортом. Потому что играть в компьютерные игры, вот что реально, заниматься спортом, это все дерьмище, которое призвано забирать у тебя время. Бля, это такой топ ёбаный. Бля, это просто 10 из 10. Вопрос на миллион баксов. Все, что я тебе могу дать, это свой пример, мужик. Как я понял, что она именно та. Это. Подойди и скажи. Алло, Ксюш, отрасти яйца. Положи трубку. И потом я уверен, мой опыт, я надеюсь, тебе как-то поможет. Поэтому найди ее и скажи. Ксюш, отрасти яйца. Бля, этот чел охуенный. Как стать славным парнем с огромными яйцами? Да ладно, ты ж... Бля, это круто, это круто. Житель Калининграда, который жестоко избил 8-летнего мальчика лопатой, задержан. Сейчас с ним работают следователи. Уже известно, что мужчина страдает расстройством психики и стоит на учете. Как за ним наблюдали специалисты? И много ли вообще рядом с нами людей, которые в любой момент могут услышать внеземные голоса? Репортаж Андрея Штукатурова. Калининград. Кадры следственных действий. 49-летний бездомный подробно рассказывает, как напал на 8-летнего мальчика. Он постоянно слышал некие внеземные голоса. И включил вот это. И когда ты включил вот это заводится вместе. Они якобы часто руководили им. 27 сентября на территории садового товарищества «Чайка» подозреваемый подбежал к ребенку и несколько раз ударил его острием лопаты по голове. Сюда! Преступление можно было предотвратить, если бы контроль за неадекватным гражданином был на должном уровне. Пофиг. Это классика. Никогда не думал, что заглядывая в глаза, я заглядываю каждому в объектив. Бля, сегодняшнее видео будет настолько странным, насколько и его вступление. Сегодня 38-й день. И сегодня 38-й день. Это тот день, когда... День. Сегодня 38-й день. Это тот день, когда ты... День. Разруливаешь свой день, и вернувшись домой, ты поймаешь. День. Потому что тело и мозг — это одно. И чё, блин, мне делать? Это максимально странное дерьмище. Но это работает. Это работает. Это работает. Это работает. Как стать мужиком с огромными яйцами? Это не то, кем ты хочешь быть. Топ 5 девчонок с огромными яйцами. Поэтому не будь лидером, будь славным парнем. Номер 2.
Настоящий мужик — это не тот, кто ждет, как славные парни. Настоящий мужик, мужик с яйцами, тот, который доступен по первому же звонку. По первой же просьбе ты отвечаешь «да» и ты летишь. Будь человеком, который доступен налево и направо. Будь человеком, чью минуту не ценят. Поэтому ты не... Тренируйся, чтобы не быть парнем среди девчонок. Тренируйся, чтобы и чувствовать себя, и выглядеть, как девчонки с огромными яйцами. И ты сражаешься с огромными яйцами. Девчонка будет проверять тебя не раз, насколько ты... Девчонка... Алло, Ксюш, привет, как дела? Положил трубку. Девчонки помогут стать мужиком с огромными яйцами. Лишь бы кто-то сейчас получил, а не я. Алло, Ксюш, извини, что отвлекаю, у тебя не будет одной минутки. Я тут хотел узнать, если вдруг ты сегодня ты не встречаешься уже с тем парнем, и вдруг у тебя будет сегодня время выйти, я хотел тебя пригласить в кино на, не знаю, видела ли ты. Это был славный парень, это то, как тебе не нужно делать. Теперь номер два, мужик с яйцами. Алло, Ксюш... Положил трубку. Поставить перед фактом и далее показать всем, что ты готов получить. Рассказать в двух словах, как это будет. Давай завтра в 8 вечера, я готов получить с огромными яйцами. Будь славным парнем. Кстати, надо быть славным парнем, я так понял. 5 причин, почему от тебя отворачиваются. Возможно, это одно из самых странных видео на YouTube, которое ты смотрел. Как часто бывает, что ты увидел девчонку, набрался всей смелости в твоей жизни, чтобы подойти к ней и сказать, ты и конец. Хорошо. Почему хорошо? Сразу же привязываешься к плохо. Почему плохо? О, обалдеть, я занимаюсь баскетболом. Ой, да, у тебя сколько? Во сколько у тебя? Нафиг нет никакого баскетбола сегодня. Но, опа, у меня баскетбол... Давай причем, давай номер два. Двигаясь от первого, номер два. Как... Да, понятно, что ты и ты строишь мосты, где она нужна. Хочешь реально угореть с пупов? Начни с этого https двоеточие слеж слеж. Окей, чекну после этого видео. Спасибо. Должна рассказывать. У тебя нет времени думать. Поэтому одно слово, о котором я хочу, чтобы ты думал, это слово. Я проиграл, потому что я вообще девчонками, мы легли поздно, ничего не... Тебе нужно было сделать так. А, нет, я понял, нет, тебе нужно было... Когда она говорит. В том. К тому, чтобы начать открывать. Что там, все тусят до двух ночи? На старте держи фокус. Всегда держи фокус, скажи да. И последнее, номер 5. Интересно? Тогда поехали, друзья. 120 секунд. Таймер у меня. Вам нужно просто задержать дыхание вместе со мной. Пара глубоких вдохов. Минута 57, минута 58, 59. Готов ли ты был сказать, я устал? О, сделаю этот вдох завтра. Смотреть порно. Я возьму и сделаю это. Я буду делать это каждый день. Только тогда вперед. Что это за хуйня?